Они не потакают модным тенденциям. Они сами создают фэшн-тренды, при этом всецело вдохновляясь культурой, искусством и творческими людьми. Впервые в рамках Дягилевского фестиваля прошел показ мод пермских дизайнеров. В лучших традициях и канонах мировых показов мод. Подиум, избранные модели, фотоспышки и ценители этого искусства на первых рядах. И, естественно, приглашенные звезды в качестве моделей. Одну из коллекций примерила примадонна пермской оперы Надежда Павлова. Именно так должна выглядеть прима на отдыхе. Я с удовольствием согласилась, потому что мне всегда очень нравится что-то новое пробовать. А вдруг у меня получится? А вдруг вот это то, ради чего, может быть, я живу? Вот. Но на самом деле, в первую очередь, я хочу, конечно, поддержать наших пермских художников. Дягилевский фестиваль – это вот это собрание художников и создателей. Здесь открывается, пробуется, учится, создается что-то новое и необычное. При создании своей коллекции дизайнера воодушевила и сама прима. Надежда Павлова очень вдохновила нас своим подходом к жизни, своим современным взглядом на жизнь. Она не похожа на стандартную оперную приму. Она современная прима, она очень соответствует тому образу, которому мы посвятили нашу коллекцию. В этот вечер на подиуме в качестве звездных моделей себя попробовали многие артисты Пермского театра оперы и балета. Коллекция от Данила Шестерова. Уверен, что вы узнали на нашем подиуме солистов Пермского балета. Олег Куликов, Маркос Ягер, Иван Ткаченко, Павел Савин, Данил Шестеров. Порой необычное сочетание фактур, использование нестандартных тканей и форм. И все это выливается в завуалированное высказывание самого дизайнера. Кто-то рассказывает нам о красоте неба, а кто-то кричит всем девушкам без паники. Показывает целеустремленную даму, которая движется к своим мечтам через призму ракет Илона Маска. Это и есть высокая мода, которую отлично отражают пермские дизайнеры. Восхищение зрителей тому показатель. Очень много для меня интересных вещей, которые сразу хочется, не знаю, примерить на себя. И поскольку, ну, я не подозревала, что в Перми на самом деле бурлит вот эта дизайнерская жизнь, это первое мое мероприятие подобного рода. Интересно, любопытно, и хочется следить за этим дальше.